очень приятно и очень импонирует, что институты развития начинают объединяться и объединять свои силы, инструменты для того, чтобы сделать все возможное для активизации предпринимательства в регионе. И наш университет, и Орловская торгово-промышленная палата, и фонд поддержки предпринимательства сейчас ведет очень активную политику в предоставлении предпринимателям различных инструментов. Это от популяризации предпринимательства в регионе, потому что мы проводим совместную работу и для школьников, разрабатывая различные акселерационные программы, бизнес-хакатоны, чтобы вовлечь ребят в предпринимательство. Идет консультационная поддержка предпринимательства.